ждали, ну, думали, что надеялись, что вот там человек живет, он уже писал в Акимат, у него есть бумага, ему отписка пришла, что денег в бюджете нету на вашу улицу, деньги появятся в 2017 году. Вот он опять в Акимат ходил, показывал ему эти документы, они руками разводят, все, будь здоров, дядя, нету. Тупиковая улица Дружбы народов не видела ремонта более 40 лет. Все эти годы жители за свой счет латают дыры. Чиновники не раз обещали заасфальтировать дорогу, но дальше слов дело не пошло. Жители делают сами. Пробиваются опять эти лужи. Да, потом лишь опять закупали люди гравий. Снова засыпали эти лужи. Сейчас у нас все это засыпано. И все равно после дождя пройти невозможно. Ну, осень, весна, когда дожди, лужи. Ну, здесь в галошах, в резиновых, ребенку в резине ходить тоже не очень приятно. Соответственно, хотелось бы, чтобы было как везде, как у людей. Представители транспортного отдела признаются, что письма от жителей улицы Дружбы народов получали. Просто сейчас на ремонт этой улицы нет денег. По улице Дружбы народов у нас сметная документация полностью готова. Вот это сейчас впереди у нас ожидается сессия, мы это предложение, бюджетную заявку внесли. Если по выделению средств, в этом году мы эту улицу сделаем. В случае форс-мажора, если проект вдруг не будет утвержден и средства не изыщут, то асфальтирование тупиковой улицы перейдет на 2018 год. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании ОТРАР.